Почему у вас холодные ноги? Пять причин, почему вообще мерзнут ноги. Найдите свою, исправьте причину и уберите последствия в виде холодных ног. Сейчас вы узнаете все, что вам только может потребоваться для понимания причин холодных ног и устранения этих причин. А в конце видео я дам вам рекомендации посмотреть другие мои видео о сердечно-сосудистой системе, в которых вы найдете ответы на практически любые вопросы, связанные с проблемами сосудов и сердца. Первая причина – нарушение микроциркуляции крови. Это 90% всех случаев холодных ног. И дело здесь вот в чем. Если у организма стоит задача сохранить тепло, например, когда на улице холодно, или, например, когда вам просто не хватает энергии, пусть вы даже находитесь в тепле, или даже где-нибудь на теплом курорте, или в теплой комнате, но при недостатке энергии организм пускает кровь по обводным каналам, по так называемым шунтам, ведущим из артериол в венулы, в обход микрокапилляров. Так как микроциркуляция в капиллярах рассеивает тепло, то есть удаляет его из организма, а его вам просто не хватает из-за недостатка энергии. Вот организму и экономит, бережет тепло, то есть энергию. А где происходит эта микроциркуляция крови в капиллярах и отдача тепла в окружающую среду? А по большей части на периферии тела и в подкожных слоях, тем более в конечностях. Поскольку это дальше от сердца, то кровоток замедляется. Это как в сантехнике, если сравнить сердце с насосом, артерии с подачей горячей воды, а вены обратно. С уже отдавшей тепло водой. Только в нашем случае с кровью, чем дальше от насоса, то есть от сердца, идут трубы, то есть сосуды, тем скорость тока крови или жидкости снижается, тем более если сосуды более крупные делятся на более мелкие и их общая протяженность огромна. Тогда организм опускает ток крови в обход кровяного русла для экономии тепла. В случае с котельной это контур нагрева самого котла и ближнего к нему контура, но не дальних линий подачи. Это бывает из-за падения давления на конце капиллярного русла или из-за падения ударного объема сердца. При слабом сердце кровотока недостаточно для быстрого нормального продвижения крови по микрососудам на периферии тела. То есть не хватает давления и скорости потока, и тогда кровь идет по пути меньшего сопротивления, то есть по обводным каналам по этим самым шунтам. И потому теплая кровь не будет в в должном объеме доноситься до кожи и подкожных слоев. И тогда ноги становятся холодными. Все очень просто. Но, возможно, просто стало теперь, потому что я так просто все объяснил. А вот когда такое состояние бывает, каковы причины, я сделаю дополнительный акцент сейчас. Это часто бывает, если человек очень худ и слаб при длительных голоданиях или при больших физических перегрузках. Такое бывает при любых видах сердечной недостаточности. Хочу подчеркнуть, не при остросердечной недостаточности, а при слабой, хронической. Например, при диастолической дисфункции. И на это надо провериться. Или после перенесенной Инфарктов, когда часть сердечной мышцы просто отмирает, или при нарушениях в работе клапанов сердца, или при заужении просвета аортального клапана, то есть клапан аорты главной и самой большой артерии нашего организма, или при неполном закрывании клапана аорты. А вы потом запишите, прослушав заново все эти пункты. Ведь убрав все эти причины, никакой и не останется. А значит, можно понять ту единственную или несколько причин, которые есть у вас. Ну слушайте дальше. Слабое сердце часто бывает у тех людей, кто ведет малоподвижный образ жизни, кто не тренирует сердце, кто занимается спортом, гимнастикой, это называется кардиоработой или кардионагрузкой. То есть нагрузка, направленная на увеличение сокращения сердечной мышцы, таким образом она тренируется, то есть состояние покоя чередуется с нагрузкой. Бывает такое состояние и при неполном закрытии клапана аорты, это уже патология. В наши дни часто такое состояние бывает у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, сидят в основном у компьютера, у телевизора, лежат на диване, и при этом потребляют еще много калорий из пищи, понятное дело, едят много сладкого, потребляют много сахаров. Вот у таких людей постепенно развивается слабость сердца, так как оно не тренируется, а сосуды забиваются и развиваются патологии. Вторая причина ⁇ атеросклеротическое поражение сосудов. В результате появления поражения сосудов атеросклеротическими бляшками происходит частичное перекрытие просвета сосудов, просвета артерий. А начинается такое сужение просвета сосудов именно с артериол, на периферии, то есть с маленьких сосудов, а не с крупных. И это логично, засоры сначала происходят в местах сужения. И вот эти самые засоры, так сказать, происходят на периферии, в сосудах, из-за малого тока крови там, из-за и так узкого просвета этих маленьких в диаметре сосуда. А бляшки перекрывают просвет сосуда. Тогда на периферии, после участков этих бляшек, падает кровяное давление. Третья причина, отеки в результате почечной или сердечной недостаточности. Если отеки симметричные, то это почечная недостаточность. Ну, на обеих ногах но отеки бывают также в результате лимфостаза то есть оттока лимфы или в результате венозной недостаточности или при слабости венозных капилляров Тогда нарастает давление в пространствах между капиллярами, они сдавливаются и открываются обводные шунты, и кровь тогда устремляется из артериального конца сосуда венозный, минуя микроциркуляцию через сами капилляры, как я уже это говорил чуть ранее. Тогда теплоотдача снижается и ноги мерзнут. Это по аналогии с системой отопления. Пример можно привести с перекрыванием потока горячей воды через коллектор теплого пола, разделяющийся на линии теплого пола, и направление этого потока по обводной трубе, то есть через байпас, в нашем случае с кровеносной системой через шунт, на обратку к котлу, то есть к сердцу. Тогда что происходит? Полы в системе теплого пола остывают, как остывают и ноги. Аналогия здесь абсолютная прямые. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Помните, что нарушение микроциркуляции крови шутка опасная. Ткани, клетки, не получающие кислород и питательные вещества, в которых еще и накапливаются продукты метаболизма, начинают погибать. Оттуда и трофические язвы, и некрозы. Но есть и другие причины такого состояния. Это феномен Рейно, или бюргера, но про спазмы сосудов иного рода я говорить сейчас не буду, лишь скажу то, что курение вызывает постоянные и сильные спазмы сосудов, и это может привести не только к холодным конечностям, но и к облитерирующему эндертериту и гангрене, что часто и происходит с курильщиками, когда уже более крупные артерии спазмируют, так что расслабиться, разойтись они не могут, и тогда без циркуляции крови, уже без полной циркуляции, быстро отмирают большие участки тканей. От пальцев буквально до стоп. У меня будет видео про алкоголь и табак. Вот там я все подробнее расскажу. Хотите такое видео? Тогда напишите под этим видео. Стоит ли мне сделать такую работу? Четвертая причина. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары. Вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это Нужным. Четвертая причина периферическая полинейропатия. это очень легко определить и понять. Если ноги у вас на ощупь теплые, а вам кажется, что они холодные, то это дело в нейропатии. Проверьте это. Как правило, такое состояние нейропатии развивается на фоне сахарного диабета первого и второго типа, на фоне потребления алкоголя и токсичных различных веществ, а также курсов химиотерапии. Пятая причина холодных ног – эндокринные факторы. И прочие гематологические причины, давайте объединим это в один пункт для простоты. Самая частая тут причина – это гипотериоз, то есть недостаточная работа щитовидной железы. Это частая причина холодных ног и вообще общей мерзлявости всего организма. Когда человеку холодно даже в теплую погоду. Но также такие состояния могут быть из-за дефицита железа и специфической анемии при дефиците витамина В12, а также при дефиците эти фолиевой кислоты то есть витамина b9 когда нарушается питание тканей и нарушается термогенез пару слов о том как самому проверить то есть найти причину Именно вашу причину холодных ног. О некоторых я уже сказал вам, но поясню, акцентирую. Во-первых, смотрите, нет ли у вас отеков. но худой человек это легко поймет, просто взглянув. Толстый, там сложнее. Тогда надо надавить пальцем на голень. Если эта ямка после отпускания, после нажатия пальца остается, туда есть отек. И тогда надо причину искать этого отека. Но про них я говорил выше. По симметричности отеков левой и правой ноги будет ясно, где искать причину. Это отек почек, если симметрично, или сердце, или это нарушение лимфотока, или это венозная недостаточность. Конечно, и цвет кожи, и повреждения, и наличие язв, все это указывает на вполне характерные причины состояния организма, то есть на конкретные болезни. Проверьте также качество кровотока в конечностях. Идет ли у вас пульсация в местах сгиба всех сочленений, суставов в стопе? Есть ли там хорошо заметный пульс или нет? Если нет, циркуляция плохая, слабая. Нет ли у вас боли при ходьбе? но не суставных болей а мышечных то есть перемежающихся прекратили ходить нет боли начали ходить есть боли при недостатке кислорода то есть при недостатке циркуляции крови такие боли могут быть а могут и не быть еще один очень важный критерий, связанные с артериальным давлением, таков. Если измерения давления покажут большую разницу между систолическим и диастолическим давлением, то, скорее всего, проблема в аортальном клапане, который не может в таком случае сдерживать обратный поток крови при выбросе его сердцем в аорту. И тогда кровоток общий замедляется. Очень характерный признак. Но если ничего этого у вас нет, сдайте лабораторные анализы крови на ТТГ, Т4, Проверить щитовидку надо. На уровень гликированного гемоглобина чтобы понять, нет ли инсулинорезистентности и диабета второго типа. Вообще на уровень гемоглобина и обязательно ферритина. Но если тут все у вас хорошо, тогда надо исследовать функции сердца. Это и электрокардиограмма, и прочие исследования, о которых вам уже скажут врачи. Если, конечно, не выявлены перечисленные мною причины. А вообще, дорогие товарищи, меняйте свое питание. Беритесь за ум. Разумеется, нельзя курить и употреблять алкоголь. Откажитесь от сладкого. Уберите причины образования атеросклеротических бляшек и тромбов. Помните, что причины всем болезням, всем патологиям есть всегда. А помогут вам понять все эти причины болезней и пути их излечения мои лекции. Не ленитесь их смотреть. Дорогие товарищи, я очень вам советую посмотреть вот это мое видео, которое по данной тематике выходило уже. И вот в том видео я осветил такие нюансы, о которых сейчас не говорил. И эти два видео в идеале дополнят друг друга. А там я пояснил и чем грозят переохлаждения, связь работы почек с холодными ногами. Я дал там очень много важных практических советов по работе с конечностями, от упражнений до их прогрева разными способами. Непременно потом посмотрите ссылку, как всегда, дам под этим видео. Ну а вот вам те видео, о которых в начале лекции я вам сказал, что я вам их дам в конце. Под этим видео, по ссылкам, я перечислю эти лекции, то есть дам вам на них ссылки от самых моих последних по дате выхода на каналы до старых, фундаментальных, очень важных, базовых, про функционирование сердечно-сосудистой системы, про кровеносную и кровотворную системы организма, про атеросклероз, про болезни сосудов и так далее и тому подобное. Если у вас есть хоть какие-то проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, то тогда обязательно эти лекции посмотрите. И перешлите эти мои видео и это видео своим знакомым, близким, родственникам, друзьям, тем, кто вам дорог, кто вам не безразличен. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Уважаемые зрители, для тех из вас, кому интересна архитектура и история Москвы, московских улиц, домов, дворов, скверов, я очень рекомендую посетить интереснейший телеграм-канал, вот этот, на котором есть и очень интересные углубленные экскурсии по Москве, например, по историческому району чистых прудов и Китай-города. Эти и другие экскурсии представляют из себя красивые файлы с маршрутами через дворы и переулки, с рассказами об интересных зданиях. Это, поверьте, очень душевно и интересно вот вам ссылка на этот телеграм-канал я ставлю ее под видео потом посмотрите нажмите посетите его я желаю всем хорошим честным и порядочным людям крепкого здоровья увидимся в новых видео до свидания